Доброго здоровья, подписчики моего канала, зрители моего канала «Честный обзор». Сегодня у нас на обзоре продукция компании Deeper. Вот. И хотел бы показать отдельно аксессуары, которые Deeper использует. Это вот такая вот крышка. Крышка бывает в оранжевом цвете и бывает в зеленом. Значит, для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы... Когда вы рыбачите на водоеме, вот, вы могли наблюдать визуально за своим дипером. В базовой комплектации дипер идет с черной крышкой. И при забросе на течение, либо на водоеме, его просто не видно. Вот, я уже не раз его терял, и приходилось долго его искать. Вот, и приобрел крышку. С крышкой это все очень удобно. Крышка универсальная, она верхняя стандартная часть скручивается и накручивается вот эта крышка оранжевая либо зеленая. И при этой крышке есть еще возможность установить ночной режим, либо даже днем. То есть в стандартную программу вы заходите и включаете подсветка, и у вас мигает огонек. Вы видите, где дипер находится, где он проплывает. В сумерках там, либо на лодке, когда вы идете, это очень удобно. Вот, вот эта крышка уже тоже меня не раз спасала. У меня там дипер тоже на лодке отвязывался. И благодаря этой крышке я нашел дипер. То есть у меня была старая модель по Bluetooth, и я покупал вот эту крышечку на нее. Вот, поэтому, кто будет брать дипер, всем рекомендую потратить энную сумму денег и приобрести вот такую вот отдельно крышку. Вы не пожалеете. Большое спасибо за то, что смотрите меня. Всем до новых встреч!